Вопрос кадров – вопрос номер один для республики. С такими словами обратился сегодня к участникам другого проекта «Кадровый резерв» президент Рустам Миниханов. Это традиционная ежегодная встреча. Молодые люди проходят специальное обучение, а затем рассказывают о своих проектах и предложениях первым лицам республики. Несколько из них президент одобрил и поручил взять в разработку. Например, идею создать в Татарстане единую электронную базу законов или отработать обслуживание сельского населения через интернет. Есть и такие участники проекта, которые уже успели проявить себя и работают в качестве госслужащих. Остальным еще предстоит отличиться. Полезным опытом для них станет участие в проведении универсиады. И получить серьезные события, вообще, оно полностью поменяло не только как бы инфраструктуру, наш город, республику, она поменяла нас, у нас огромный контакт сегодня. Она сформировала целые команды людей, которые как бы... Вот у нас в Татарстане есть... Вот надо провести Олимпиаду, чемпионат мира. У нас на все направления есть уже люди.